И вновь Северодвинск. Накануне там отметили День семьи. На большой концерт в Дом Корабелов работники Севмаша пришли вместе со своими детьми. О празднике Николай Цып. Это мой рисунок. Здесь нарисована подводная лодка, плывущая к родным берегам. Свой рисунок Женя Анисимова увидела на первой странице календаря. 12 месяцев 2019-го украсили детскими шедеврами. Такой сувенир – подарок на Международный день семьи. В память об окончании года творческих конкурсов для детей работников Севмаша. В данном конкурсе принимало участие более 30 у нас. Это идет подразделение предприятия. Это детей больше 200. Всего состоялось 3 больших испытания. Дети готовили подарки на День матери, к 8 марта, ко дню рождения профсоюзной организации. А сейчас продолжается конкурс рисунков к 80-летию оборонного гиганта. Дети должны подготовить рисунки, посвященные Севмашу, посвященные работникам Севмаша, показать историю Севмаша, как бы вот это развитие патриотического воспитания детей. Или также написать сочинение «Я из семьи Корабелов», потому что очень много династий у нас работает. Константин Корнаухов обнимает младшую дочь. Он сварщик 6-го разряда, как раз представитель династии на Севмаше. Металл варили его мать и отец. К семейному делу уже присоединился племянник. В мечтах семьи выучить на сварщика и сына. Вот эту картинку рисовал мой сын. Это профессиональная ориентация наших детей. Мой сын, например, хочет стать корабелом. И я тоже хочу, чтобы он стал корабелом и работал в дальнейшем на Севмаше, потому что не буду объяснять, какие это гарантии и стабильность. Так масштабно День семьи Севмаш отмечает впервые. В концертном зале самые активные мамы и папы со своими детьми. А на сцене большинство артистов также из семей кораблестроителей. Николай Цып, Юлия Куницкая, Регион 29.